Что там Саша говорила ты мне? Саша, что, он еще дома? Или его уже увезли? Он, короче, Саша, короче, в тайге, Стасия и Игорюша, они, короче, все в тайге. Uh-huh. И вот, и туда, короче, в тайгу сейчас поднялась Росгвардия, короче, ОМОН, все полицейские, всех, короче, суют вниз, чтобы все оттуда спускались. И всем, короче, им пришла повестка, Саше нашему тоже. А Саша-то какого хуя, он же не служил, блядь, в армии. Так, Алеша, сейчас всех забирают. Половину будут на зачистке, половину туда к вам уедут. Ты сама знаешь, что такое? Ты еще говоришь, что это такое? Да, я знаю. Да, то только что мы сидели, разговаривали с Олей. Это Оля мне все сказала. Я говорю, ты откуда знаешь? Она говорит, да кто-то приезжали уже. Вы понимаете, что такое зачистка? Да. Че? Зачищать людей. Зачищать людей? Это не же так просто, что ли, сказано? Я тебе говорю, у нас тут вообще капец, что творится. Ну, понятно уже. Район... С районов всех дергают, с Ланды всех дергают. Дедушек просто вообще забирают, которому под 60, под 65 лет. У нас уже половина покинули гулять. Алис.